Большие и не очень компании уже с давних пор выпускают тонны мерча, который, к слову, составляет приличную часть их дохода. Мерчендайз, грубо говоря, это продукция, сопутствующая основному контенту производителя. Но какая же дикая, черт её дери, она бывает. Что ж, с вами Антоха Редвульф, и давайте же погрузимся в чудный мир необычных товаров по мультфильмам, потому что для детей делают порой особенно страшные вещи. Начнем с Загнивающего Запада. История игрушек. Прекрасный, да что ж там, легендарный. Популярный мультфильм. Сама концепция способствует производству отличной продукции, но это как бы бутылочка с Базом Лайтером, а это его трубочка. Даже не буду пошло шутить, все и так слишком очевидно. Не знаю, кому именно пришла в голову такая идея, но кажется, это был какой-то гений инженерной мысли. А вот, видимо, Баз Лайтер уже после того, как воспользовались его трубочкой. И черт, насколько вообще надо постараться, чтобы испортить игрушки по мультфильму про игрушки. А, Вуди, какого... Да что с вами не так, ребят? Окей. На самом деле такой привлекательной игрушки не было, это просто башка, прикрученная к левому телу. Хотя оригинальный Вуди был тоже тем еще проказником. Зарядное устройство в виде Пикачу с подключением штекера через жопу, в прямом смысле. Знаете, мне начинает казаться, что у некоторых производителей мерча конкретные сексуальные отклонения. Нет, я уже почти уверен в этом. Держатель туалетной бумаги в виде Пикачу. Как говорится, ну кто не мечтал, чтобы любимый персонаж детства мог помочь подтереться в трудный момент? Пикачу Марио и Пикачу Луиджи. Создавалось это, наверное, по принципу взять двух абсолютно случайных персонажей и объединить в одного. Типа Губка Боб и Сатана. А, точно, такое уже есть. Кстати, по поводу губки. Как вам детская кукла, которую поглотил этот подводный ублюдок? Или она его натянула на свое тело? Может, это что-то вроде Венома из Человека-паука? Ботинки на каблуках со Спанч Бобом. Гремучая смесь, но шутки шутками, в мире моды и не такое бывает. Так что, в принципе, вполне даже неплохо. На дискотеке все внимание твое. Пластмассовая обувь на колесиках с Халком. Господи, мало того, что само по себе это не имеет смысла, так еще зеленый вон как страдает. А вот, к слову, игрушка, которая была лично у меня в детстве. Мобильный телепузик с фонариком. Вот это гаджет. Выкуси, Apple. Что там, Вилса, обозревать нечего? Ничто уже не способно удивить? Попробуй это. Помню еще, при нажатии на любую кнопку он издавал какие-то скрипящие звуки из китайского подвала. Положи на место, падла. Эх, ностальгия. Ну а вот буквально собака, надетая на собаку. Собака в собаке. Господи, какой только псих это придумал. На самом деле, мир мерчендайза настолько глубок и обширен, что у него буквально есть куча отдельных видов. Например, те же средства личной гигиены. Только недавно буквально везде стояли специальные наборы для бритья от Лиги Справедливости. И тогда мне это казалось чем-то просто невероятно тупым, но очевидно, я еще просто не видел детский набор для бритья с Человеком-пауком. И тем более с Черепашками-ниндзя. Тут даже наклейки в комплекте, чтобы ребенок совсем не разочаровывался. Но ладно это, а как вам набор для бритья с губкой Боба? Такое впечатление, что мужчинам предлагают бриться уже чуть ли не с рождения. Но фиг с ними с этими наборами, тут у Шрека своя линия шампуней. Вот чертяка-предприниматель. Неподражаемый аромат болотной свежести для него, для нее. И, конечно, прекрасные благовония осла для самых изысканных ценителей. Да, кажется, с таким набором предметов личной гигиены у меня все шансы покорить любую красавицу. Что ж, пожалуй, я это проверю с помощью приложения Баду. Так, заходим в раздел «Люди рядом», тут все как на ладони. Ничего так. Что ж, Аня, думаю, у вас нет шансов. О, это всегда так быстро работает, или она просто учуяла запах моего шампуня? Удобное приложение, однако. Можете попробовать и сами по ссылке в описании. Ключ я вам дал, теперь главное, грамотно воспользуйтесь. Помимо прочего, есть такой интересный вид мерча, как продукты питания. Только вот порой питаться ими как-то совсем не хочется. Вот, например, реальные покемон-бургеры из Австралии. И может, сама идея поедания любимых персонажей не такая плоха, но, например, когда они стилизованы как заваренные и зажаренные в агонии мертвецы, что тоже там было, как-то уже остается совсем мало аргументов в их пользу. Японская пища с покемонами. Тут могу сказать только, что это больше похоже на то, чем они блюют. Виноград с принцессами Диснея. Почему? Зачем? Какая связь? Может, теперь картошку, огурцы и помидоры будем с принцессами делать? А то чё бренду зря пропадать? Консервы «Холодное сердце» с кукурузой. Ах. Но самое интересное, это, наверное, линия мороженого с известными персонажами. Вот тут ребята реально обосрались. Скуби-дуби-ду, ну где же ты?
ты? Да вон же он, неужто не узнаете? Один в один. Так, а это... заплесневелый Винни-Пух. А, Шрек, точно. Даша путешественница, да путешествовалась, ёпта. О, это уже слишком жестко. И вы чё, оккультист какой-то делал, блин? Прямо с обряда на прилавок? Так, с этим явно надо заканчивать. А теперь предлагаю рассмотреть отечественный мерчендайз, ведь у наших производителей тоже есть чем удивить. Тут вне конкуренции, конечно, Маша и Медведь. Самый большой отечественный бренд по распространению всякой всячины от игрушек до мебели. Вот вам и пельмени, поверьте, вам не стоит знать из чего они. И свой аналог Киндера с просто восхитительной игрушкой, в которую как будто заключили душу измученного создателя. Шоколадка с Машей, если не съешь меня, сама тебя съем, ублюдок. Настоящий утюг с пластмассовой поверхностью для глажки, которая, если нагреется, расплавит саму себя. И, конечно, самый главный экспонат – яйца с вырастающими персонажами мультика, что-то наподобие похожих яиц с динозавриками из детства. А вы думали, откуда дети берутся? И медведи? Да они с яиц вылупляются. По инструкции нужно просто положить яйцо в воду, немного подождать и... О боже! Что это за х... Видимо, тут Машу явно передержали. Походу, она просто утонула, а тело начало разлагаться. Ну а что насчет медведя? Он похож на разбухшего детеныша ксеноморфа. И подобных невероятных трансформаций от обладателей таких игрушек, после которых детей нужно лечить от психологических травм, на просторах интернета полным-полно. Вместо красивой Машеньки из обложки на свет вылезают распухшая бабка, женщина со стажем употребления крепких спиртных напитков в несколько десятков лет, шрамированный, изувеченный монстр и так далее. Вот что называется качественная продукция. Впрочем, кроме Машеньки, есть еще что показать. Сосиски смешариков. Двусмысленно прозвучало. Тем не менее, это еще один пример грамотного использования бренда. А вот целая линия домашней обуви, угадайте с кем. Да, это же лосяши смешариков, наверное. И на самом деле, так просто вряд ли хоть кто-то поймет, что это за персонажи без подсказки, но все равно такой вариант лучше, чем обувь с надписью «Фиксики» и ушами Лунтика. Тут вообще задумка тяжелая. А теперь международная рубрика «Лучший костюм» с участием обеих сторон. И первый претендент – костюм Миньона. Господи, какая работа, какое исполнение, просто потрясающе. Отлично, отлично. Далее костюм смешарика Нюши. Идея двух голов, четырех ног, аллюзия на что? Очень глубоко, в общем, прекрасно, прекрасно. Так, блять, ну все, я не могу. Че это за дерьмо? Ну, кто это придумал? Это костюм для детей-абстракционистов. Окей, а тут я все правильно понимаю. Это больная обезглавила маму свинку и надела ее голову как трофей. Че выбишься, блин? Маша и медведь. За что только над ними постоянно так издеваются? Костюм Пикачу. Теперь уже в минимализме. Ну, сами посудите, похож. Вроде бы одно лицо. И, пожалуй, безоговорочный победитель данной рубрики Лунтик. Я родился. Лучше б, сука, аборт сделали. Что ж, по этому ролику можно понять, что некоторые производители детских товаров ненавидят всех детей. Но не будем так критичны, всякое бывает. Пишите, с чем вам удавалось столкнуться. А пока я тут страдал херней, к слову, у нас на канале собралось уже 100 тысяч человек. Воу, вот это круто. Всем огромное спасибо, вы красавчики. Как отойду от этого всего, обязательно запущу праздничный стрим. Ну а вы смотрите предыдущий ролик, который незаслуженно мало набрал. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте. Можете, кстати, там меня поздравить. И будьте осторожны, когда покупаете детские товары. С вами был Антоха Радвульф. До скорого.